Ипотека и кредиты в Германии – тема отдельного разговора. Причем, если углубляться во все нюансы, то весьма долгого. Я позволю себе реплику с особой стороны. Давайте оставим в стороне вопросы, дают иностранцам, например, россиянам кредит в Германии или нет. Да, дают. Всем ли дают? Нет, не всем. Но если вам отказали в кредите, причин может быть всего две. Или что-то не так лично с вами, что-то в вашей биографии или документах смущает банк, или что-то не так с объектом, и тогда отказ банка на самом деле немалое благо. Об этом я еще скажу чуть позже. Второй вопрос. Имеет ли кредит экономический смысл? Об этом и я, и мои коллеги говорили уже не один раз. И все-таки кредит – это не просто выгодно, это сверхвыгодно. Особенно сегодня кредиты сейчас выдают под минимальные неслыханные проценты. Последний случай на моей практике – 1,5-1,6% годовых. С учетом дисконтирования, с учетом того, что покупательная способность денег снижается, вы по большому счету вообще ничего не переплачиваете. В чем плюсы и минусы кредита? Основных плюсов я вижу два. Во-первых, вы увеличиваете размер своих активов и увеличиваете рентабельность на собственный капитал. Вы можете купить больше, чем позволяют ваши деньги. Поэтому, даже если вы можете заплатить за все имеющимися средствами, с кредитом вы все равно получите больше. Еще один плюс, о котором я вкратце упомянула. Кредитный объект проверяет банк. Он смотрит документы. Да, он может не заметить какие-то тонкости, но проверка будет выполнена. И по его оценке вы можете понять, выше или ниже рынка вы покупаете. Но какие минусы у кредита? У вас есть зависимость от банка, вы должны согласовать с ним свои действия. Например, продажу. Тем более, если вы владеете долей в компании, которой принадлежит весь объект. Затем вы не можете гасить кредит досрочно просто так. В любой момент по желанию. Да, вероятно, нужно будет выплатить банку компенсацию за потерянную прибыль. То есть вы не так свободны в своих действиях. Наконец, если по каким-то причинам ваша инвестиция не удастся, и вы не сможете гасить ипотеку, банк всегда будет претендовать на ваши активы, в первую очередь. Но поверьте, кредитная организация в Германии хочет ваших проблем еще меньше вас. И кредитные условия банк составит так, что ваш риск будет минимален. Расскажу вам одну историю из моей практики. Когда я только начинала заниматься недвижимостью, мы приобретали многоквартирный дом в центре немецкого городка. На первом этаже здания находился офис нотариуса, причем весьма большой по площади. А вот населенный пункт был совсем маленький, и кажется, этот нотариус был чуть ли не единственным в городе. Арендный договор с нотариусом был бессрочным. В процессе переговоров банк сообщил, что не готов выдать кредит на запрашиваемую сумму, а готов дать много меньше. Нас это удивило. Мы, естественно, поинтересовались причиной. Банки ответили: мы посмотрели на возраст нотариуса. Это уже не молодой человек. Он с большой вероятностью скоро съедет от вас. А в этом городе такое место арендовать особенно некому. То есть налицо очевидный риск. Это соображение банка я не смогла опровергнуть. Более того, я приняла его к сведению. Случившееся стало отличной школой, ведь эту проблему я сама не увидела. Конечно, будь это, например, стартап, риски для меня были бы очевидны. Но вот возраст нотариуса – другое дело. В итоге объект мы не купили. Нам не нужна была такая проблема. Но этот случай показывает преимущество работы с банком и с кредитом. В 21-й серии проекта «Кто нужен вам для заключения успешной сделки в Германии?» Не забывайте подписываться на YouTube-канал Prian.ru. Ставьте лайки, спрашивайте, комментируйте. Ну а чтобы не пропустить новые серии проекта, нажимайте на звонок оповещения.